Призвание медиков – помогать людям как можно дольше быть здоровыми. И начинать нужно только с себя. Организаторы подчеркивают, что состояние здоровья человека всего на 10-15% зависит от медицины. Поэтому заботиться о собственном организме нужно ежедневно, а не от случая к случаю. Подобные спартакиады медицинских работников проводятся уже на протяжении 15 лет. В спортивных соревнованиях по 6 видам участвует 18 команд со всех районов области. Из них 15 команд с районов и 3 команды объединенные областные команды. До этого у нас проводились городские соревнования, отборочные туры. А сегодня проводится областная спартакиада. Футбол, пляжный волейбол, легкоатлетическая эстафета, перетягивание каната и настольный теннис. Эти виды были представлены в соревновательной программе спартакиады. Состязания помогают создавать командный дух среди медработников. Также это отличный повод пообщаться и обменяться опытом с коллегами. Представляем Теректинскую центральную районную больницу. Соревнования начались уже, наши отыграли в футбол, наши директора, главврачи играют в теннис. Теперь команда играет в волейбол пляжный, а сейчас я участвую в забеге на 4 по 100. Победители спартакиады получили заслуженные награды, но главное – заряд бодрости и хорошего настроения. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.